Ему желательно, конечно, мид стоит, потому что ему не сколько важно огромное количество золота получить, сколько хотя бы, ну, иметь на левел выше, чем другие герои на карте. Если так будет, то это будет вообще просто идеально для него. Так, ну что, Нагатирена первым пиком у нас для Virtus.pro. И будет ли это саппорт? Вот уж не знаю. Потому что с Сиреной можно много чего интересного делать. И, честно говоря, хотелось бы, конечно, увидеть Нагу именно в качестве саппорта. Потому что когда этот персонаж начинает ходить в мид, и, ну, то есть, какова его задача в миде? Он старается выформить свой радианс. То есть 19 или там, ну, от 15 до 19 минут, если все более-менее нормально, она может получить свой радианс. То есть, соответственно, первые 19 минут Нага ничего не делает. А потом, когда она получает радианс, она начинает сплитпушить иллюзиями с этим радиансом. И, соответственно, она еще минут 40 ничего не делает. И, ну, конечно, игры должны быть разнообразные, но мне не очень нравится смотреть за Нагой, которая, ну, по сути, 50 минут фармит свои 6 айтемов, а потом только начинается какой-то экшен. Конечно, Empire могут, ну, это... постараться взять Она не всегда как бы фармит 50 минут. Это крайние меры, когда команда очень сильно проигрывает, и последняя надежда остается только на Нагу. Тогда, да, можно заметить такой фарм. А так, в принципе, в последнее время Нага ходит в мид и довольно неплохо, довольно быстро, наверное, можно так сказать, что она выносит радианс минуте на 18, а если все хорошо у него идет, и нет никаких побочных гангов от саппортов. Ну, то есть, если команда противника должного внимания не уделяет на мид, и тогда у Наги все более-менее хорошо. Но вот Disruptor заезжает для Virtus.pro, и пока что также непонятно, будет ли это мидовый Нага, будет ли кэрри, либо саппорт. Есть ли смысл говорить сейчас о том, кого будет банить маг? На мой взгляд, это очевидно, но... Не сочтут ли это за инфу? Но я думаю, что, в принципе, в Empire сидят ребята более опытные. Но под все такое, мне кажется, отлично залетает какой-нибудь герокоптер, на мой взгляд. Если Мак его сейчас пришлепнет, то... Ну, не знаю, Virtus.pro, в принципе, часто играет подобными пиками. Есть тряпка обычная? Тряпка обычная есть? И влажная. Ну и что? Так, мы тут по-прежнему пытаемся решить вопрос с монитором. Придется, котором... судя по всему, мне смотреть просто в монитор форса и комментировать, так? Ну, что поделать. Нормальная практика. Я, например, на предыдущей карте пол игры смотрел в твой монитор, потому что у меня тоже было не очень хорошо видно из-за света. Спектро убрал НС. Спектра. Мак. Мак, скорее всего, будет играть на Бэтрайдере в данном пике. Он, конечно, этот Бэтрайдер может показаться и на миду, и леса каким-то образом пофармит, но, на мой взгляд, если команда Empire пикает Бэтрайдера, то в 99% случаев Мак, именно Мак, играет на Бэтрайдере. Может быть, мы и Резолюшн, конечно, видим, но это навряд ли. Минус на Экс от НС. Побаивается он опасной инициации с Бэтрайдером, конечно, может это, ну, повлечь за собой особые последствия. Ту же самую Нагу, если подцепить, да, через Бэтрайдера и до того момента, когда она ультанет, ее быстренько-быстренько разобрать, может не удастся провести тот самый тимфайт, который хотят провести Virtus.pro с таким массовым. Так, ну все. Спасибо большое молодому человеку из зала за сухую салфетку. Да, нас тут саппортит. Пофиксил я проблему с монитором. Надо будет потом уточнить, работает ли звук на трансляции. Наши звуковики сказали, что должно быть все в порядке. И Мак решил убрать кентавра лучше. Ну, окей, посмотрим, посмотрим, что будет. В таком случае Virtus.pro. Мне помнится подобный пик у ВП. Это был матч очень-очень давно, может быть, полгода назад, может быть, месяцев 8 назад. Когда они вот были в пике. Два вот этих вот персонажа, Нага и Disruptor, они туда добрали, кажется, Деваурера, добрали туда еще Герокоптера, и какой-то у них был хардлейнер, о котором, ну, я уже не могу сказать, потому что банально не помню. Они Альянс раскатали в BO3, так, мягенько, я бы даже сказал. В том пике Нага саппорт была. Да, легко и непринужденно. Но вот тут может, конечно, не получиться. Потому что,
ну, Virtus.pro частенько пикают Нагу, я думаю, что подозревает Mac и Resolution, и Fly, он скоро. Silent, как будет играть команда Virtus.pro подобным пиком? Ну, как только они увидят, кто будет на этой Наге играть, да, то есть, если там NS или Jotam, то одна определенная какая-то стратегия, если на ней будет играть год, то совершенно другая. Да. Поэтому тут пока что непонятно все так же, когда смотришь на пик Virtus.pro. Но, в принципе, размышлять о пике, что хочет команда по двум пикам, это не имеет никакого смысла, потому что все-таки, да, Нага очень разносторонний такой персонаж, который исполняет просто три роли на карте. Лунат и Team Empire опять уверенный такой кэрри для Империи. С ним предыдущую карту они, я думаю, без особого труда выиграли. И Nature's Profit третьим пиком для Virtus.pro, четвертый бан от Империи. Ой, четвертый пик, прошу прощения, бан. Подзаговариваюсь я. Ну, есть Бетрайдер, и есть мнение, что достанется все-таки он Резолюшену. Есть очень сильный саппорт, такой как Визаж, и очень уверенный кэрри. Интересно, насколько Магу будет легко стоять на своей харде, если он будет в итоге на хардлейне стоять, а не Лиса как-то профармливать поначалу, потому что ВП могут составить сильную конкуренцию ему. Просто потому, что Дизраптор может взять и глимпсануть обратно Бетрайдера, он же там Файрфлаем улетает, да, за Лиса, да, ты его взял, вернул, поймал, убил, все. Вот. Но Фуриону тоже непросто. Фурион один из тех саппортов, которые... Ой, саппортов хардлейнеров. Ой-ой-ой, Shadowfiend. Вот это уже похоже на что-то интересное. Судя по всему, Бетрайдер все-таки достанется Магу, это будет SF на миде. Да. Ну, когда ты играешь за сторону Radiant, мне кажется, SF... Приятно стоять SF на стороне Radiant, потому что в случае какой-то непонятной кукурузы можно... Я не знаю, никого не видно, руны не контролятся, саппорты куда-то пропали. Ты берешь, уходишь в лесок и... Стакаешь крепочков, варвишь их кайлами. Да, очень приятный рейдианский лес для SF, а тут бесплатно. Баланар! Найтсталкер четвертым пиком от Virtus.pro и попахивает агрессивной дотой, если честно. Ну, потому попахивает что Найтсталкер такой персонаж, чешаги, который сам по себе наводит на доту. Как бы такое мнение, что дота должна быть агрессивной с учетом этого персонажа. А, ну что, последний последние баны у нас. Кто угодно это может быть, но я свою версию выдвинул еще где-то на второй стадии драфта, какой кэрри будет у ВП. Ну, Мак решил убрать Shadow Шамана, побаиваются, видимо, ребята пуша, да, такого серьезного, с Фурионом, Нагой и Shadow Шаманом. Да, да, Фурион конечно, сам по себе бы предоставляет очень неплохой потенциал для пуша, а если еще и Расту отдавать, то будут с этим некие проблемы. Да, могло такая бы, команда, конечно, как Нави, пострадал относительно недавно, причем две игры подряд от Shadow Шамана, и есть какая-то там доля опасности в этом герое. И последним баном от Virtus.pro банится Дазл. Понимает ВП, что нет героя еще для ванскора, и нужен какой-то саппорт. Видимо, там что-то происходит на второй сцене. Да, там какая-то заруба просто невероятная у Роксов сейчас, да, происходит. Напоминаю вам, друзья, что параллельно идет матч команды RoxKiz против команды NextKZ. Посмотреть вы это дело можете на соседней сцене. Ну что, последний пик у Empire Wing'а. Ну и, соответственно, NS сейчас видит полностью укомплектованный состав команды решения. То есть какой финальный персонаж будет здесь? Сейчас, собственно, и будет понятно, вот какую роль будет исполнять Нага по последнему пику. Вот чего вот по сути не хватает? То есть нужен какой-то кэрри. Либо кэрри, либо саппорт, если все-таки Нага не идет в задумке, как кэрри какой-то или мид. Но мид понятно, что Найтсталкер пойдет. То есть если Нага не кэрри, то нужен кстати, кэрри персонаж. Кстати, действительно, если Нага будет, например, фармящий, можно было бы что-нибудь в лес поставить для пуша. Если они пушить хотят. То есть Мак как раз таки... Фурион, смотри, если у Фуриона не все гладко будет в харде, то ему надо будет уходить в лес. А если там еще один лесник, то придется потекать. Ну, делать. Ну, как-то можно, наверное, поделить будет. Посмотрим. Нес подзадумался. Определенно у него, конечно, был план на эту игру, но... Ну, у Ярослава еще есть резервное время, практически минута, поэтому... Получается... Можно хорошо все обдумать. Что проигравшие этой пары выходят на проигравшего пары RoxKiz против NextKZ. Да, это получается. Вот, и будут у они будет
Когда они будут играть, к сожалению, я не знаю. Я расписание на Техлапсе не видел. Знал только то, что в 10 часов начала игры должно было бы быть. Вот. Там, по идее, если я не ошибаюсь, что-то в районе часа дня. Ну, наверное, перерывчик какой-то должны устроить все-таки. Они же будут меняться на сцене с игроками. То есть игрокам нужно будет поднастроиться, там подключить девайсы. И Бэйн последний пик УВП. Собственно, это фармящая Нага получается. Тогда Элидан действительно будет играть на Наге. Так, я чуть пониже поставил Сенсу. Должно быть немного удобней. Я как раз таки наоборот поменьше сделаю. Жесть, у меня какая-то смычка происходит. Так, смотри, кстати, что у Сайлента есть. Значит, команда Empire. Мак играет на Бэтрайдере, Резолюшн на SF, Always Wanna Fly на Визаже, Ванскор на Винге и Сайлент, естественно, на Луне. Вторую игру подряд на этом Техлапсе уже катает. Virtus.pro забрали. Дизраптор достался капитану команды NS. Иллидан играет на Сирене. Гот играет на Баланаре, естественно. Жотом на Бене и Смайл на Фурионе. Кстати, посмотри, там уже в лесах может что-нибудь... Смайл забегал очень агрессивно сейчас в лес, видел его флай и видели то, что был поставлен, судя по всему, вард. Но не центрей. Мешают. На самом деле я не особо уверен, то, что видели, что был поставлен вард, но факт в том, что Фуриона было видно, и не просто так он туда забегал. Угу. Надо, я думаю, понимать, зачем он там присутствовал. Так, надо посмотреть, что есть у саппортов команды Empire. Флай куда-то побежал. Крипов, наверное, что-то с крипами делает. Ну, кстати, Смайл... У него опасная трипла. Конечно же, у него опасная трипла. То есть и Луна может спамить скиллами, и Вингам может подстанить, и Висадж подцепить. То есть если Смайл подставится, если Смайл где-то выскочит чуть дальше, чем он должен был бы выскакивать, то, скорее всего, он умрет мгновенно. Хоть у него и сапог есть. Ну, да, наверное, на третьем левеле, если третий левел будет у Луны, то ему будет борода, если там у Висаджа второй. Какие-то минимальные уровни у саппортов, более-менее должный левел у Луны, и Фуриону будет очень-очень тяжело. Так, в миде у нас получается какой-то даблейн будет стоять, подходит... Или нет, это не даблейн, просто Жотом прокачивает инфибл, подходит на мид и вешает резолюшн. Посмотри на дэмэдж СФа, насколько ему... Ой-ой-ой, резолюшн пошел добить крипочкой, Гот его просто... Ну, то есть Resolution пошел добить рейнджового крипа, у которого там было порядка 80 хп, с дэмэджем 11, с лоу граунда на хайграунд. У него 9 сначала было. 11 это уже после получения души. Изначально было 9, когда он получил инфибл. Ну вот, вот. То есть шансов добить этого крипа, конечно, было очень мало у Resolution, но в итоге он сейчас что-нибудь еще подфармит. Хотя бы что-нибудь заденает, хотя бы что-нибудь... Вот нету сейчас Кайла, к сожалению, для того, чтобы добить этих крипов. И вот, да, удается ему все-таки 3 души получить. Ну и вроде как должен Resolution себя хорошо сейчас ощущать на миде. Есть уже 5 душ, и это 6... Нет, 6 получить не удалось. На топе тем временем Virtus.pro довольно агрессивно себя ведут. Посмотри, вот как за магом 3 клона Наги бегает. Маг мансует, маг пытается уйти от Рептайда, если у Иллидана. У Иллидана, конечно же, есть мана на Рептайд. Тоже ребята закупили, смотри, топорами. Просто максимально хотят фармить, что у Иллидана топор, что у Сайлента топор. Так, ну и маг тем временем получает неплохую порцию экспириенса к себе под тавер. Что не может, конечно, не радовать его здесь, в этой ситуации. Какой же противный Жотом. Герой у Жотма противный для СФ, он приходит, вешает инфиблы постоянно, ничего... Ну тяжело, тяжело действительно фармить. И тут, кстати, смотри, у Резолюшна могут быть проблемы, НС берет хосту, есть Глимс первого уровня, глимсует очень это. Качественно НС. Это Воид, это Бэйн подходит есть. И, конечно же, ФП. Остается году, Воидом забирает здесь игрок команды Virtus.pro, здесь First Blood. Но очень полезно, причем персонажи, как по мне. Если у СФ не очень хорошее начало, то... С этим, конечно же, должны быть какие-то проблемы по ходу игры, ну, особенно на переходе в мидгейм. СФ такой герой. Конечно, его довольно легко на миде вот так вот пинать, ногами. Если посмотреть вот сюда, то сразу становится ясно, то, что если СФ не все хорошо будет по ходу игры, он должен как-то возмещать свое преимущество, причем довольно быстро. Ну смотри, вот Resolution чем начинает заниматься. Ну, в принципе, СФ способен фармить как черт. Я тебе вот показываю. Да, да.
То, что нужно эту еще точку отметить, что саппорты тоже не оставляют без внимания своего мидера команды. Можно рисовать. Неудобно, правда. Но рисовать можно. Как там у Смайла дела? Не так хорошо, как у Бетрайдера, очевидно, но Смайл старается получить свою порцию экспы. Обрати внимание на сентри команды Empire. То есть они тут даже вот два. Не получилось найти так. Не получилось, да. Значит, я ошибался изначально, то, что говорил, что видели, куда поставили вард. Но примерную зону видели, куда, но не получилось раздевардить все-таки. И Смайл до сих пор находится на хардлине, не уходит он в лес. Получает он свой третий уровень. И появляются God of Phase. Вот, да, из-за того, что у Баланара фейзы появляются, то есть при... Вот сейчас четвертая минута, это ночь, это, возможно, какая-то руна заспамнится. Году, во-первых, ее легко контролить, а во-вторых, он большую опасность представляет. Вот мы видим сейчас то, что... Появляется у нас руна. Руну команда Empire видит. Ну и, в принципе, Инес стоял сейчас на топ-руне. Поэтому руна чекалась у Virtus.pro. Смайл забирает тем временем руну. И у Инесса была стычка с магом здесь, на топ-руне. Так, а имперцы вообще знают, да, что там за руна? Да, империя знает, скорее всего, что за руна. Маг там спрятался за елками. Так, ну и у Сайлента. Буквально один грибочек остается Сайлента здесь, до Мидаса. Появляется довольно быстро Мидас на 4.39. Слушай, он же вообще ничего, то есть у него ни киллов, ни ассистов нету, то есть просто... Да, просто очень такой плоскитит. В изолированной системе просто подфармил себе Мидас. Отличная работа, Сайлент, 4.40 Мидас. Довольно быстро, всех крипов добивает. Да, и практически пятый уровень имеется, и как для мейн керри, когда ты стоишь не один на линии, то получать практически левел в минуту, это не так уж и плохо. Так, ну и что, окупается ли дабла от Virtus.pro? Ну да, конечно же, был сделан неотъемлемый такой фраг на Исефе. Но Исефа давно не было на линии. И... Был ли смысл такого фрстблада? Ну, конечно, был смысл. Фрстблад это грех не сделать. Так, ну и похоже... очень интересный мув. Год выбегает сейчас на мага в спину, вешается Саленс. Но маг успел включить Firefly, хороший глимс от НС и... Будет ли воин? Можно догонять! Воин, мана... Нет, маны есть, но телепорт КД. Скоро, у Инесса тоже могут быть большие проблемы, но... Сколько на мага здесь слетелось, посмотри. Фурион и... Нет, все-таки зажали. И Гвоздь все-таки делает свой фраг, и получается. Ванскор здесь может подставиться, старается убежать. Нет у него сапожиков, нету Ванскора поймали. Вот залетает очередной воин у Ванскора. Большие проблемы, Смайл еще перегораживает здесь с крутами. Даблкил для года. Вот, пожалуйста, первая ночь, два фрага. Сейчас немножечко контроль резолюшн на рунах, смотри. Но, тем не менее, ПТ-шку имеет, хоть и умер на миде. Крипов у него побольше, чем у Баланара, из-за того, что он никуда не ходил гангать. Вот такой вот Баланар. Не всегда, кстати, на первых минутах, вот на первой ночи удается Баланару так много сделать на карте, потому что... Да, 2 килла это очень хороший результат. Раньше ночь начиналась с 6 минуты, если я не ошибаюсь, да? И, соответственно, у него 2 было дополнительных минуты, чтобы на миде постоять и пофармить. Можно было получить там, ну, в зависимости от того, против кого ты стоишь, там от 6 до 7 уровня, да? А так ему приходится, ну, вот первая ночь с 4 начинается, он там в итоге каким-то 4 или 5 левелом, да, может выбежать. И, естественно, тяжелее ганга, тяжелее убивать, но вот благодаря фейзам, которые у него появились, этой ситуации на карте, которая сложилась буквально пару минут назад, удается Баланару еще 2 фрага заполучить, и он себя сейчас очень-очень вольготно чувствует. Интересно, что он будет собирать в дальнейшем, то есть это может быть как БКБ, так и какой-нибудь, не знаю, много чего, армлет, там, аганим. В принципе, еще нет урны у команды ВП, поэтому урна тоже очень актуальный артефакт, как для ранней стадии игры. И просто, да, урны нет. И я думаю, что урну надо все-таки сделать. С учетом последних событий, то, что Баланар сделал за первую ночь 2 килла, урна весьма неплохо сюда заедет. Ну что, появляется ПТ у Луны. 7.40, Мидас ПТ. Девардят ребята из Virtus.pro на энджентах у Empire.
стараются. Ну, вот как раз-таки только варды новые поставили, видимо, имперцы. ДНС выходит на флая и просто Thunderstrike откидывается здесь визажа. Ну, кстати, у Фурионов все не так уж и плохо. Смотри, чем занимается Смайл, что у него есть. Ну, Смайл, да, весьма неплохо постоял в харде. Не умирал, имеется у него один ассист. Как раз-таки мы помним, потому что прилетал он на помощь Году. И у Смайла весьма неплохая возможность сейчас будет по получению ультимейта и помощи, конечно же, команде неотъемлемой. Должны ВП понимать, чем сейчас занимается Мак и где он в данный момент находится, потому что на хардлейне его нету, естественно. И, ну, ориентировочно минуты через две, там, может быть, чуть меньше, да, ВП должны ожидать какого-то даггера. Кто знает, когда он появится? Когда может Мак? Ну, мы-то знаем с тобой. Но, а вот кому игроки нет, не догадывается. Ну, хотя время сейчас 9-я минута, это примерно ближе к дефолтному появлению даггера на БТ. Так, Сайлент получает финсгрип, у него есть эклипс, но этого будет слишком мало, да, вот сюда подходит. Умирает, кстати, от крипов, опять же, Сайлент. Хороший, качественный ганк от Жотма и Года. Канонично довольно играют ребята из ВП в данный момент. И тут глимсует еще флая, посмотри, достанется ему. Рептайд есть, но Элидан его не жмет. Интересно, почему он его не жмет? Я, честно говоря, не совсем понял. Может, это я недалекий, наверное. Но вот не получилось визажа забрать. Довольно плотный персонаж. С учетом того, что первая пассивка уже качана. И четвертый левел у флая имеется. Но Ванскор очень грамотные телепорты делает. На сейф стоит отметить, то, что Ванька не прощает просто в таких ситуациях. Когда на мага было покушение, он хороший телепорт сделал. Там практически еще и НС мог тоже пострадать, если бы продолжил дайв под тавер. Резолюшена не было на карте уже довольно продолжительное время, минуты 3, наверное, и у него там появляются кое-какие значимые вещи, скажем так. Ну, значимых пока что нету, но видно, по крайней мере, что он собирается покупать, и если он это сможет собрать в ближайшие, ну, не знаю, минуты 4 хотя бы, минуты 3, может быть, то не будет не так просто подраться с этим СФом. Так, ну и Resolution забирает на 10-й минуте руну дабл дэмэджа. Это было сделано под вардами Virtus Pro. Видели они. Как борются за Vision. На топе 10-я минута, команде. Можно показать, я думаю, Netwars и посмотреть графики, какие сейчас у команды. Мы видим то, что преимущество у Empire 1000 голды по голде и по экспириенсу все так же в 1000. Опять же за Empire. Хотя по счету они проигрывают 0-4. Но это, скорее всего, вот в этом пассажире дело, который фармят нереально много. Лучше, и еще и с Мидасом при этом. Подходит еще парочка саппортов к Сайленту. Судя по всему, сейчас они будут пушить эту линию. Рядом Фурион спавнит пеньками. Так, ну и Резолюшн с ДД вместе с Сайлентом и Ванскором под... развели здесь как команду Virtus Pro на глист. Не, подефить вряд ли получится. Смайл хотел попытаться задинайт, но лучше не стоит этого делать, потому что... Произошел размен товарами. Могли, да, поймать. Так, на топе много телепортов от Empire. Resolution прилетает под ДД и... НС должен отсюда убегать. Или Дан выбегает, есть сон и... Ой, Год ошибся, вот. Чуть-чуть далеко выбежал. Мак прыгает с Firefly, а хороший ульт от Наги. Должны ребята уехать отсюда. Да, все, уходит. Справляется. Элидана давно смотрел? Форс. Элидана давно смотрел? Элидан. Ага. Я просто тихо тебя слышу, если честно. Ты да, говори чуть-чуть погромче. Я... С этим ничего не сделаешь. И... Я говорю, с этим ничего не сделаешь. Звука очень... Прям кричи в него. Очень много. Кричи. Он гнется так, если что, его можно прям в рот засунуть. Даже, если сильно постараться. Время замеса можно еще поорать, а когда смотришь на релик, который, кстати, думаю, было видно. Лошадь мимо пролетает. Ну, Элидан практически нафармился айтемы, которые ему нужны. Ну, как бы, ключевые какие-то, скажем, для мидгейма айтемы у него практически есть. Ну, если посмотреть на время, то это весьма неплохой результат. Конечно, конечно. Еще 13 минуты даже нет, а уже готовый очень серьезный артефакт имеется у Элидана.
Надо отметить то, что обе команды довольно неплохие результаты показывали, вот что в первой, что во второй игре, минимум таких вот тактических ошибок. Обычно как-то, ну, смотришь игру в онлайне, и там вроде бы и стрёмно эту вышку там, например, защищать, да, вроде бы ребята идут и дефят, и умирают потом, и... но на предыдущей карте, по крайней мере, такого не было, как и на этой, это очень радует, что действительно очень качественный тимплей показывают команды. Так, ну и падает у нас снизу тавер. Virtus.pro забирает для себя второй тавер. Счет по таверам у нас 1-2. Но прыгают в воду, сейчас года. Будет Эклипс. Жотом красивый дал Найтмар. На банке у года большие проблемы. Год отпивается здесь банкой. Ванскор тем временем дает стан Джотома. Джотома большие проблемы. Соло Сумшин хороший. Это минус 2 от Empire. У Инесса тоже могут быть большие проблемы. Хороший опять Соло Сумшин от Флая. И Койлом забирает здесь этот фраг еще и Резолюшн. 0-3. Флай отъехал. Не заметил я, от чего он умер. Видимо, иллюзии. И хороший ультимейт от Смайла. Удается сделать Virtus.pro еще два фрага. После не совсем удачного файта. Радианс на Наги дает о себе знать. На 13-й минуте. Не очень приятный артефакт. Ну что, Дизраптор? Что у нас имеет? Ну, какой-то... Ну да, у него, в принципе, уже есть 6-й левел. Соответственно, можно попытаться... как-то красиво подраться с Нагой, который тоже в ближайшее время, может быть, появится ультимейт. Или он у нее уже появился. Непонятно. Вижена... Вижена что с Виженом? Ну вот, покажем кое-какие варды, которые имеются на карте у обеих команд, но говорить, естественно, о них не будем, потому что не стоит об этом говорить. Да, и понимает Империя то, что сейчас ночь, и пытаются где-то ВП зацепить, сделать какие-то фраги, потому что на карте героев команды Virtus.pro не наблюдается. И... Логично, где ребята могут находиться. Ну, ключевым персонажем, конечно, для инициации у команды Empire является Матрайдер, который первый начинает эту драку. Ну, в принципе, и Винга может тоже загулявшегося саппорта или, ну, вообще любого загулявшегося человека у ВП просто быренько свапнуть и попытаться разорвать его на части. Главное, чтобы это не был какой-нибудь год, у которого там 1500 хп, он готов впитать очень много, и вангуард у него имеется. Он будет очень долго жить, и если его за прокаст не шлепнуть, могут возникнуть проблемы. Ну что, очевидно, что сейчас будет какой-то пуш от Virtus.pro, стягиваются они ближе к центру, видят команда Empire Radiance у сирены. Да, и ВП начинают сейчас давить, хороший глимпс от НС заезжает, и вон скоро большие проблемы. Моментально здесь убивают НС, ультимейт от Фуриона просто убивает крипов, и ВП должны забирать здесь этот тавер беспрепятственно, но будет ли дефить Empire? Да, год. Есть глиф, подъюзал, тавер практически отъехал. Ну тут опасно будет демпчу. Драться, потому... А, вот, вроде бы Инесса. Хороший мага, Инесса вытягивают, пошел телепорт. И Иллидан очередной хороший слип здесь дает. Ой, тут сейчас будет что-то очень хорошее. Резолюшн появляется в БКБ, но его держит Kills Grip и Резолюшн. Резолюшн получает очень много дэмэджа, стоит в сетке, Резолюшн умирает. Это минус 4, с учетом того, что еще и Винга умерла. Самая первая у нас. И потеряли только Смайла сейчас в ВП. Вот тебе и БКБ на СФе. То есть, ну, довольно нужный артефакт на самом деле, ну, в большинстве пиков для СФа. И, но в данной игре, насколько вот он противоречив, посмотри. То есть, нажимаешь БКБ, ультует Нага, ты один из своей команды можешь драться. Да, тебя все убивают. Либо... Нажимаешь БКБ, Бейн тебя ловит в финсгрип. Нажимаешь БКБ, Нага тебя ловит в сетку. То есть, очень-очень много аутов у ВП против этого БКБ у СФа. Они пока что, вот по крайней мере в этом файте, они показали действительно, ну, насколько хорошо можно это попытаться разыграть. Кончается ночь, и, ну, наверное, ВП сейчас будут немножко себя поспокойнее вести, хоть и получили. Ну, эта ночь весьма плодотворная такая была сейчас для Virtus.pro. По графикам это видно, и судя по тем итемам, которые сейчас начинают появляться у ребят, можно тоже отметить то, что очень хорошо, продуктивно, можно так сказать, провели они эту ночь. Какая-то у нас по счету ночь? Четвертая или третья? Не, четвертая. Или пятая? Я что-то запутался вообще. Так, ну и Иллидан. После появления Радианса никаких новых слотов пока что не было. Это
принципе, очевидно, с учетом того, что ребята пытались драться на миде. Ну, фармить времени не особо много у него сейчас есть. Понятно, да, что Иллидан будет покупать на свои средства, когда он их нафармит. Ну и маг пытается тоже получше инициацию оформить. Ему какой-нибудь там форставчик нужно приобрести и что-нибудь еще. Опа, смайл попался. Ему здесь, похоже, вапли. Да, один слишком много дэмэджа. Assumption от Флая и Визаж делает этот фраг. Плюс еще забирают здесь тавер, не получилось заденать его. Достается он резолюшену и... И Сэф после появления БКБ имеет... Не совсем, конечно, много, но денежки у него начинают появляться. Стоит на это обращать внимание команде Virtus.pro. Лучше открыть табличку сайтом и посмотреть, что тут интересного имеется у Смайла. Некры. Будет он, видимо, грейдить некры очень много и усердно. Стараться сплитовать в некоторых моментах. Тяжело будет справиться с таким пиком, когда и Нага сплитует, и Фурион сплитует. Да, когда противно. Побегут третьи некрачи, довольно плотные будут иллюзии у Наги, то будет весьма неприятно. Ну, как минимум, команде, саппортом команды Empire будет очень... Неприятно отдать все движуху Пепси. И 5-10 у нас тем временем по счету для 19 минуты. Очень много фрагов сделано. Команды весьма неплохо здесь отыгрывают, как для второй карты. Resolution пока что один на топе находится. Помогает ему птички ломать Т1 вышку. Но Virtus.pro, мне кажется, даже не намерены ее дефить. Потому что она, ну, слишком сильно накоцана уже, несмотря на то, что есть Fortification. Тут подходит еще Fly и OneScore. Очевидно, что это вышка для Resolution, у которого уже довольно приличное количество золота имеется. Может, он уже потихоньку да, какой-то даже демедж. Да, вообще, сейчас Т1 Tower был. Вот он от команды Virtus.pro. И практически одновременно команды начинают меняться Т2 Tower'ами. ВП уже приступили к этому. Но мы есть все глиф, в принципе, от обеих команд. И будет ли развод или дан? Уже готов, если что, наводить грязь в топе. Ну, тут опасно очень стоять сейчас имперцам, потому что есть Нага, которая может, конечно же... Ой, ну Resolution, ну хочет эту вышечку добить, но у нее 90 хп, глиф юзается. Отличная работа от ВП, боится ну, для пока так, что. У Resolution есть БКБ, поэтому он первый подставляется, пошел воид, пошел. Вот это, и... вот, ой-ой-ой, сейчас, по-моему, вот этим ребятам будет очень-очень больно. Resolution может нажать БКБ, Resolution жмет БКБ, у него сразу же ультует жотом, отлично. Баночкой сбили, подходит Сайлент сзади, удается убить Бейна. Два саппорта. Сайлент вместе с Резолюшеном, двух БКБ пытаются хоть кого-то здесь убить, и получается у нас 3 в 2. Размен 3 в 3. И... Но тяжело с годом воевать, у него очень много хп. Сайлент получает Сайлент, и у Сайлента большие проблемы. Сайлент тоже здесь умирает, остается здесь живых один маг, и магу надо убегать. Ну и все, и Бэтрайдеру нужно улетать отсюда. Иллидан пошел пусты искать. У Иллидана, кстати, да, появились тревела. Это не отмечали. И будет Нага скоро сплитпушить. Причем довольно неплохо. По всем линиям начнет тягать команду Empire. Но удивительным образом Империя вот просто перефармливает. Вот посмотри, последний файт, который выиграли ВП, они ну, получили очень много экспы. И вот прошло какое-то время, и снова скачок на 3000. По XP с золотом примерно такая же ситуация, я так предполагаю, да? Ну, да, примерно такая же. То есть ВП получили преимущество, и спустя там 4-5 минут имперцы снова вернули его себе. Но вот опять получился размен даже, не знаю, ну, Нага умирала в этой ситуации, ты заметил? Mm-hmm. Я что-то не заметил. Ну, ладно, неважно. В общем, как разменялись команды, в принципе, не самым худшим образом подрались и Empire, но... В итоге, у Empire ну, один маг просто в живых остался, а ВП у них остался живой мейн керри и мидер команды, так что размен точно для них. Ну да, да, да. Более тут... благоприятный получился в этом моменте. НС обычно играет на фулл саппортах, но в данной ситуации, ну, круто, когда дизраптор может себе позволить купить и гоним. Это слишком хороший айтем для него, чтобы не покупать. То есть. Он ставит ульту, и в этом АУЕ никто, абсолютно никто не может ничего сделать. Ни БКБ нажать, ни манту проюзать, да, это что касается там Сайлента.
Имеется, не обязательно очень... даже будет какую-то грамотную позицию Жотму занимать для того, чтобы дать ульту. То есть задача Бэйна в этой игре постараться как-то вот ухватить либо Луну, либо СФ, но ему редко дают это сделать, вот поскольку имперцы поняли, что будет очень сильно Жотом мешать в тимфайтах. Маг постоянно стоит где-то сзади, если ему не надо инициировать. И после того, как разворачивается драка, вот он, например, на предыдущем файте таким образом поступил, он влетел сам и банк избил ульту Бэйну. Вот, ну и там дальше пошла вот такая пьянка. Куча дэмэджа налево-направо, размены. Так, ну и Resolution тем временем имеет у себя иглсонг и баночку. Баночка заполнена у него двойным уроном. Понятное дело, что будет это баттерфляй. И с появлением бабочки станет опасный. Опасно, но Shadow King будет. Или да, на очень много денег. Нетворс просто у Наги начинает с невероятной скоростью расти. Но кажется... Кажется, Empire о чем-то догадывается. Кажется, Virtus.pro сейчас попались на Рошане. Влетает маг в Лидана, чтобы он кидал ульту. Достаточно хороший здесь Eclipse. Это уже моментально и просто минус 3. Empire просто разрывает сейчас. Минус 4. И Рошан также достанется здесь команде Empire. Практически получилось УВП забрать его, но своевременная реакция в смоки весьма да. Неплохо все для Empire. Почти получилось забрать Рошана, решил НС поагрессивнее здесь сыграть. И вот получилось то, что получилось. Не фартануло немножко, не в мастиле. Resolution подбирает... дабл дэмэдж, и большие проблемы, судя по всему, будут сейчас у вышки на миде. Да, прилетела Резолюшн, кстати, уже готовая бабочка, и еще под эффектом дабл дэмэджа падает еще Т2 тавер на миде, остается УВП, один Т2 тавер вне базы, и очень много сейчас буста денежек получили команда Empire. Ну и по счету практически ребята сравнялись. Ванскор. Так, Сален тем временем имеет уже приличные артефакты. Стэши, курьерчик полетел к нему навстречу. У ВП неплохо получалось драться до вот этого файта на Рошане, но все равно Империя перефармливает. Что СФ, что Луна. Слишком много золота у них. Даже нет вот... какого-то очень быстрого дэмэджа у ВП, поэтому у Рошана довольно долго ребята забирали. И в связи с этим Empire успели весьма неплохо отреагировать и успели в смоке добежать до Рошана. Причем организовав весьма неплохой файт, и выиграли его ребята, и забрали еще Рошана. Я думаю, нужно было просто сплитпушить, но, опять же, не будем еще делать каких-то предварительных выводов, не будем забывать то, что имеется Нага, у которой имеются Тревела и Радианс. Это всегда очень опасный герой, который заставляет... Пытается смотри, на низу шлепнуть Сайлент, отожмет БКБ и делает топ-аут, естественно. Понимает, что уже не удастся здесь выжить. Он был бы Бэйн рядом, не дали бы, конечно, так, такого сделать на топе. 7-секундная, тем временем Смайла на топе разорвало. Смайла в топе за счет лассо от мага. Но вот посмотри, как действует Empire очень хорошо. У них было покушение снизу на их мейн-кэрри, они в итоге в топе где-то находят и получается у них наказать за вот такие вот агрессивные мувы. Флай вот решил остаться в лесу, пофармить, делает топ-аут, но это ошибка сейчас поймает его жотом. Ну, и... это не сколько ошибка, он пытался. Он пытался, скажем так. Просто он не знал то, что рядом есть жотом. И, ну, действительно, в данной ситуации единственной возможностью спастись было сделать только топ-аут. И он пробовал, но не получилось. Энесса поймали. Или он, вообще, кто тут кого поймал? Птичка, 100 золота! НС! Нет. Не получается, да. Так и год выбегает, получает стан от Ванскора. Ванскор делает телепорт, получает эффект глимса, залетает еще вот ультимейт. Это. Ульту Инес ему явно еще. Хочет сделать этот фраг, достается он как раз таки Ярославу. Да. Выбегает Резолюшн. Резолюшн здесь на хосте, но года не получится быстро убить. Баланар довольно жирный персонаж, у которого имеется Вангвард и Сэндж. 200 хп, не самый приятный таргет. Пришлось потратить ультимейт Дизраптору, но, возможно, оно того стоило, потому что там уже подходила команда Empire. Да, слишком долго ребята из ВП бегали за этой вингой, и нужно было как можно быстрее убивать, поэтому ультимейт, и НС правильно сделал, что не стал экономить.
у Года какие-то шмоточки появляются, у Сирены какие-то шмоточки появляются. Ребята пока что фармят. Тут еще до решающего тимфайта далеко. Я думаю, как минимум 2-3 драки должны еще произойти до того, как будет понятно, кто пойдет на хайграунд. Но мне кажется, что инициатива в данный момент именно в руках команды Empire. Хоть и там последние парочка гангов. То есть убили Визажа, убили Вингу. Но это всего лишь два саппорта. Хотя Визажу было неприятно умирать. То есть он уже практически получил то, что хотел нафармить. Ну, скажем, что это, естественно, аганим. Потому что ничего другого он, по сути, ну, имея на руках Point Booster и Ogre Club, ничего другого он нафармить и не может. Так, ну и судя по графикам, Empire довольно. Да, я показывал себя там. Чувствовать на этой карте. Сильный скачок, конечно, и по XP, и по Хотя золоту. Хотя начало игры они не то что хуже фармили, они проигрывали его по фрагам, но фармили всегда лучше, поэтому. Фраги, как мы знаем, это не показатель. Можно выигрывать доту, не поднимаясь вообще на ХГ. Там какой-то массовый файт на Рошане может всегда ГГ принести. За это мы доту и любим. Virtus.pro, судя по всему, не хотят сейчас драться, да. То есть не понимая то, что уже тяжело будет сражаться с Луной, у которой манта БКБ доминатор, и с СФ, у которого бабочка. Он тебе, кстати, смотри, еще что прикупил. А, и серчик. Интересное. Судя по всему, хочет весьма неплохую руку иметь. Такой меч появился у него в стэше. И падает последний тавер УВП, на который тратят ребята глиф. Ну, на ХГ тавер безусловно падает и пытаются засплитпушить здесь ВП. Но тавер имеет больше половины ХП, и есть у Empire в наличии глиф. СФ партица. Ломает спруты, убивает некра, получает золото, но половину щеки ему просто оторвало. В топе Иллидан и Иллюзии хорошо начинают пробивать здесь тавер, и Иллидан забирает тавер здесь иллюзиями. Пошла атака в миде. Резолюшн терпит, у него еще есть Аегис. Очень больно Джотуму здесь получилось, хороший свап был. Ну хотя по Аегис надо выбить, Иллидан ручкой тыкает, дает ульту, не дотыкал он резолюшна, в итоге отступают в Virtus.pro. Инес делает. Ну тут фамилиеры, раз, два. И три, конечно же, будет ли под цеп. Хорошо отцепляет маг. Что великолепная творят вообще? Игра. Черти, просто. Черти, просто черти. Отличная что, работа Флай. Что делают эти фамильяры? Это вообще просто жесть. И вот Волк бежит вместе с Сайлентом. Конечно, успеют Virtus.pro зареспауниться до того момента, как упадет у них Т3. Ну, Нага, может быть, не успеет заспауниться. Посмотрим ли, есть возможность байбека. Да, байбек есть у... Или нет, стоп. Да, байбек есть у Наги, естественно. И, похоже, если ребята хотят задепить, им придется выкупаться. Так и получается. Но у Сирены не будет ультимейта. Смотри на Курьера, который летит в команде Empire сейчас. И что там имеется. И потом на денежки еще Сайлента глянь. Пошел у нас замес. Рейндж барак практически здесь упал. Глифа ОВП нет. Сайлент под эффектом имфы было здесь, но в сторону команда ВП здесь теряет. Пошло у нас хорошее ВП. Инесса отвечает. Хороший свап от ванскора. Иллидан получает стан, получает кучу дэмэджа. И ну, Жотом красавчик, конечно. Ну, разбудил, но не получилось спастись. Да, и Год отступает. Это минус один лейн как минимум. Возможно, имперцы, убив мейн керри команды Virtus.pro, попытаются сейчас зайти еще на вторую линию. Просто, ну, надо дождаться, пока... они смайл нашли. Хорошая граната. Вот подбегает, пытается здесь как-то помочь своему тиммейту, но еще и смайл в итоге отъезжает. Минус три. Потеряли только одного саппорта, ребята, похоже... из Empire. И сторона очень и очень быстро начинает разваливаться. Залетает алебарда от Года в резолюшена. Это минус 2 лейна, судя по всему. Ну конечно... и Сайлент уже начинает просто здесь чакрамами разносить всю базу. Это вторая сторона. Год жмет БКБ, но слишком много дамага. Он не хочет бежать за магом. Пытается шлепнуть Сайлента. У Сайлента нету ничего, но он может отжираться с доминатора. Инесс просто уже не может, наверное, больше 3 секунд находиться в файте, потому да. что Луна его разбирает буквально за 3-4 тычки. Плюс и баттерфляй. Довольно быстро выдает за счет баттерфляя и ПТшки. Да, миссы, конечно, тяжело ручками драться. Ну, два лейна Virtus.pro потеряли. У них еще имеется третий. И ну, наличие Фуриона, наличие Наги. Можно все-таки еще постараться как-то. Надо просто какой-то хороший файт им провести. Сейчас это будет сделать намного тяжелее, нежели чем вот здесь вот в миде, когда у них была, ну, просто нормальная, ну, более-менее нормальная позиция. Они, то есть так, кто-то здесь стоял, кто-то тут стоял. Но в итоге не получилось там хорошо подраться. Очень лютое преимущество, судя по графикам, за Empire после вот таких вот
достаточно длительной серии победных файтов для них. Да. Ну и, конечно же, нужно понимать, что падение двух сторон — это невероятный просто буст по голде. И плюс еще вот рандомно спавнится Рошен, да, мы не знаем, когда он зареспавнится в итоге. Вот представь себе, нету двух линий у ВП, и на Рошана пойдут имперцы. То есть им очень тяжело будет помешать забрать этого Рошена. Но не будем забывать про Нагу, в принципе, которая очень славится нажатием сна и заходом на Рошана. Но это очень жестко нужно контролировать. И всегда какой-то вижен должен быть в пещере у Рошана, чтобы по таймингу под сном зайти и добить это все дело. Вот Резолюшн тем временем имеется. Да и Далус, и тысяча сурки у него вылетает. Так. Пошел Глимс. Резолюшн не хочет жать БКБ, но теперь ему придется его нажать. Отличный свап. Он свапает, сбивает здесь Фил Грим Джотума. Хороший Глимс пошел от Сайлента. И Сайлент просто вгонит всю команду Virtus.pro на базу. Это трипл килл одной рукой делает здесь Сайлент. Хорошее приземление от фамильяров, от Флая. И ГГ от Virtus.pro. 2-0. Эмпайры проходят в сетку венеров. Empire, конечно же, в данный момент находится на пике своей формы, но Virtus.pro порадовали своей игрой. Я был очень доволен их тимплеем. Будем надеяться, что для них выступление на Техлапсе не закончится каким-то моральным поражением. У них сейчас должна быть игра еще в сетке лузеров против проигравшего пары Next.